Ну что, я вас всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня просто великолепная погода. Такое солнце. Еще немножко ветерок, конечно, ощущается, но весна, весна все-таки наступила и в наших краях. Настроение просто бомбическое. Сегодня нужно сделать мне одну вещь. Хочу я собрать два макета первичных, подогнать все отверстия. Для сборки будем готовиться. Так что сегодня я этим займусь и покажу, что получилось. Все, ждем продолжения. Итак, ну что, готов я вам показать, что у меня получилось. Собрал корпуса, ну не полностью, задние крышки не ставил еще. Саморезы тоже не все еще вкручены, но уже полномасштабная конструкция готова в ее размерах. Это просто какие-то исполины получились. Это одно дело, когда на чертеже там все это в миллиметрах. Но другой вопрос, конечно, когда это все предстает в масштабе один к одному. Итак, какие выводы? Во-первых, если нет раскроечного станка, нефиг пилить самому. Это вообще в основном случае все получилось нормально, раскроил более-менее прилично, в нормальном допуске, но кое-где прям пришлось фрезером некоторые детали подгонять в размер. И то еще не все, еще пару деталей осталось, там можно будет видеть сейчас зазоры. Ну, в общем, для этого, в общем-то, макет и был собран, посмотреть как что, чтобы нигде ничто не перекосило там. Поэтому и самому кроить, блин, стрёмно на самом деле. Лучше заказать кому-то на станках, потому что пила есть пила, эту шину ты один раз так положил, на другую деталь ты по-другому положил, а на станке размер выставляется уже один раз и все проходится. Поэтому этот вывод я для себя сделал. Итак, сейчас я сменю немножко ракурс и посмотрим поподробнее. Ну вот, взял я уже камеру, давайте посмотрим. Видим, да, там вот где будет у нас рупор, высокочастотный драйвер. Здесь у нас будет красоваться наш бейма. Соответственно, внизу выход. Тоже нужно будет подумать, как его оформить, украсить, чтобы не было такого сухого прямоугольника, не нравится мне. Ну, это сейчас только первичный момент, конечно, тут еще просто короба. Не знаю, как оценить масштабы вам, ну, короче, не знаю, сейчас я их сниму, да, свой рост померяю. Все, вот все отверстия, которые зинковал. Это они шляпки туда утоплены. Спустил, значит, короба, чтобы просто оценить масштаб. Какие нас ждут размеры. Очень надеюсь и подозреваю, что так, как они выглядят, так они и будут звучать. Как я и говорил, строим большой звук, полумеры меня не интересуют. Только много музыки, много эмоций. И сделать еще это достаточно красивым, адекватным звучанием. Это моя цель. Поэтому я продолжаю. Кто хочет, продолжает со мной. Все, красавицы мои.